Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, ЛТВ, Гусанек, Хекер, Флайнг, Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем здорово, чувачки. Название ролика, вы уже поняли, что у нас сегодня будет карта Backrooms, и убегать будем от толпы Абунг. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. О, все, Флайнг. Ха-ха, Максим слился. Отлично. Ребята, ну что, вам весело? Да? Нет. Вы же понимаете, что я сейчас поставлю около 100 тысяч, ну ладно, 100 тысяч штук замочил, 99 тысяч штук поставлю. Дима, беги оттуда, беги. А где они вообще? Так никого нету. Вон! Сзади тебя. Если сейчас каждую секунду не будут умирать люди, мне придется спамнить их очень много. Давай. Прям я на своих глазах видел, как Бабунка чуть тебя не убил. Ну, чуть-чуть не считается, правильно? Как чуть-чуть беременна, так же не бывает? Гусанёк, ты должен знать эту тему. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты! А ладно, там не буду дальше произносить. Хотел сказать, я ни разу не умер. Ладно, забираю свои слова назад, и я немножко слез. Давайте еще одного поставим. Просто проверим, как это будет. Ребята, если вы хотите увидеть ролик, где мы будем играть на оригинальной карте Backrooms, напишите «Мы хотим». Или поставьте плюсик в комментариях, и обязательно мы с ним, потому что карта Backrooms, она нереально большая, она весит 400 мегабайт. Как для карты скажу, это очень большая. Гусанёк хочет сделать очень классный мод, который мы хотели записать, но не получилось, так как он сделан из рук вон плохо. Хотел сказать криворуким человеком, но я его не хочу обижать. Ну, поэтому, никто и не знает, что это за мод, поэтому я не буду говорить. Это очень хайповая тема. Гусанёк, кстати, профессиональный картодел, мододел и просто трендун. Что он умеет это все делать. Ладно, он красавчик. В кавычках. Да, и обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ну смотри, они прямо окружили меня. Кто больше всех умрет, мы в конце ролика будем подсчитывать голоса. Тот будет проигравшим. Вы поняли всю эту фишку? А, так да. А ты не знал? Ты понял, что я тебя в начале ролика убивал? Без записи Максима специально убивал, чтобы у него было больше очков. Большое очко. Не то. О, Дима, иди к нам. Правильно. А где вы? Так зачем ты меня зовешь на Абунге? Так, ну ладно. Ты меня специально? А, я здесь. Где? А ты что хочешь от меня? Давай вместе бегать. Давай. Ой, я тебя видел, я твою пятку видел. Вот он. Привет, Дима. Привет! Да блин, ты меня чуть... Максим слился! Лох! Да блин, опять. Да ну Максим, ну не умирай, пожалуйста. Я еще ставлю. Толпа, правильно. Это еще... Подожди, это не толпа. Это же не толпа. Блин, я ж дернулся. Ё-моё. Дима, тут больше всего умирает. Нет, нет! Так, давайте пока подсмотрим, у кого больше всех смертей? У тебя. А чё у меня больше всех смертей? Эй, пацаны, мы так не договаривались. А чё у меня больше всех смертей? А я тебя всё убивал. Да блин, нет, мы не должны... Где мой арбалет? Я не буду убивать тебя. Да ты честно, да это я, это я. А, это ты, извини, я хочу Максима убить. Максим, на тебя открывай ход. Понимаешь, тебе сегодня будет двое людей, которые тебя хотят убить. Это Абунка, хотя это не человек. И я. А я человек. А за что? Так, Дим, ставь. В смысле, за что? Больше? Ну ты видишь, что оно делает? Оно меня хочет убить. Я Максима защищаю. Он по области меня бьет. Я поставил, смотрите. 25 Абун. Как вы смотрите на такое событие? Мало очень. Это... Мало? Бегут. Да. Больше. Больше? Конечно. 30, около 40 штук. Совсем мало. Поехал. Чего так? Мало? Да. А, мало? Хорошо, хорошо. Где мой арбалет? Ну ладно, я пошутил. Нет, я еще сейчас буду ставить. А подожди, я только оторвусь, блин, но я не смогу от него оторвать. Вот. Смотрите, они уже окружаются со всех сторон. Очень сложно. Я вот, знаете, что думаю? Вот те люди сейчас, кто смотрит этот ролик, если вы сейчас улыбнулись, хоть какой-то момент этого ролика, вы обязаны поставить лайк. Улыбнулись? Подписаться. Лагает, пипец. Да ничего не лагает, да? Сейчас, подожди. Я сейчас сделаю, чтобы у тебя не лагало, смотри. Не лагает? Не. Ай. Ну, как вы смотрите на то, что, допустим, ну вот 80 Абунг сейчас бегает по карте? Это мало. Ну, мало 80? Я пошутил. Стойте, мало. Я сейчас вылечу за карту, чтобы я не умирал. Давайте мы посмотрим, какой лимит у меня стоит на Абунг. Ну, вообще, на NPC-шек.
Ой, не-не-не, 2000 штук, это, давайте... Да не-не-не, стой, я пошутил. Короче, давайте мы сделаем 100. Одна абунга будет у нас. Ого. Вы готовы к такой жипе? Правильно. Я тоже готов. У меня пинг в небесах. А где ты бил одну абунгу? Блин, это жесть. Ладно, вы спалили этого персонажа, который мы хотели делать в следующем ролике. Вот он. Гром Визард Гай называется. А. Все, 101 абунга, пацаны. Ё-моё. Ты... Это пипец. Так, только 100. Я вот думаю, возрождаться мне или нет. Ладно, возрождусь. Все. Ладно, стоп. Сейчас. Вот сейчас кто умрет, тот лох. Гусанёк, ну гусанёк. Нечестно, но они... Да не, вот с этого момента мы не считали, я уже ж умер. Я не хочу быть лохом. Дима, сюда иди. Все, смотри, я вот это место, где везет меня. Стойте, это не это место. Я верю, да? Да стой, это не это место. Вот, это место, где меня будет вести. Я смогу здесь целый ролик тащить. Да нет. Да подожди, стой, это тоже сейчас. Вот это место. Все, они не знают, где я. Да калашматки, да что ж такое? Вот это место. Все, я знаю, что делать. Вот, я же сказал, что я буду тут тащить. Живу. Вот. Хорошо. Вот, я точно знаю, что делать. Что делать? Да что нет. Что делать, если большой пинг? Выходи с гаррисмода, потому что у тебя очень слабый компьютер. Получается, у тебя компьютер чуть-чуть мощнее, чем домофон. Даже домофон мощнее, наверное. Да. Чё ж так жёстко-то? Да вы, блин. Ну, пацаны, вы расстраиваетесь? Не, мы веселимся. Ну, нет, ну, блин. Так, смотрим, кто больше всех умер раз? Ты. Да почему я? Ну, как это работает? А я знаю, почему я умираю. Почему? Можно я их спамлю? Я тебя уже не вижу. Логично. Ну, давай в следующий раз будет Саня спамить. О, я согласен. Блин, они футболят мной. Все, смотрите, сейчас должен я продержаться очень долго. Я выхватил тактику, как это делать. Надо постоянно быть в движении. Все. А если сейчас сомкнулось, что ты лох? Давай, если я в течение одной секунды умираю, ты лох. А ладно, не-не-не, в течение минуты, если умру, то ты лох. Давай. Нет, я... Как, ты уже согласился, надо было раньше думать. Умирай, Дима, быстрее. Нет, я не буду, я хочу, чтобы ЛТВ не был лохом. Потому что я умру на 59-й секунде, ладно. Я сейчас специально, кстати, умер. Да я видел. Сейчас тоже. Нет, это уже специально. А, блин, смотри, я спамнюсь в ихнем туловище. Все, сейчас я выиграю. Эх, блин, они просто по всей карте, да, разгреблись? Да. Но мне их нету вообще. А где ты? Ты хоть на... А так ты вылетел за карту, пацаны, вы видите Максима? Нет, я на месте стою. Максима, вы видите? О, смотрите, давайте проверим тактику. Если стоят на месте после возрождения, они походу не убивают. Вон, я перебежал к тебе, вот он я, Дима. Вот, я не шевелюсь, давайте проверим, я вроде эту тактику помню. Кто мне фидган трогал? Все, я выиграю. Смерти. Ну смотри, у Флайнга 25, понимаете, он сейчас может тоже сливаться резко. А вы заметили, то, что все как будто перестали двигаться и никто не умирает? Подождите, а где абунги? А где? Ну они. А вот они. Ну зачем ты их ведешь? Ну зачем? Ну ты тво! Ну блин, ну это нечестно с твоей стороны. Ой-ой. Я понял, когда никто не двигается, они не убивают. Ну да. Блин, это крутая тактика. Да я знал на самом деле эту штуку. Да конечно. Конечно. Да я знал. Ты у нас все знаешь. Смотри, никто не умирает. Да, упростите, знай, клоуна. Почти никто. Ой, Дэн, извини, я случайно. Ого. Крошка, Максим. Так, у Максима сколько? 20 смертей. Нормально. Нет! Давайте посмотрим, режим полета не включены, потому что я знаю, у нас очень есть умные люди, а выключены все. А никто... Максим, да, только блин. Ты один умираешь. Ну блин. 22 смерти, это очень хорошо. Вот давай, посмотри на меня. Ладно, я буду на месте стоять. И что, мы, получается, не будем умирать? Ну, да. Получается. Хороший кадр. Хорошо. О, я вижу Дэна. Блин, я включил искусственный интеллект и выключил. Они вот не шевелятся, смотрите, когда никто не двигается, они тоже стоят на месте. Так, ЛТВ стоит, значит он лох. Я знал. Да смысл, ты офигел? Ну так ты же, я видел, я лично видел, как ты стоял. Я не слышал из-за других людей. Дэн умер. Ну значит, уши прочистил. Блин. Ладно, я побежал, ну нафиг, я хочу жить. Опа. Так, хорош, пока месь я тащу. Максим пока месь умирает. Максим, я хочу тебя перегнать все-таки как-то. Обойдешься.
Нет, стоять. Только ты гонишь его по смертям. Стоять на месте нельзя. Вы сгораете. Нет, я сейчас буду двигать всех физганов, кто стоит на месте. А я думал, что за паломер? Так, Денчик еще раз слился. О, Хацкер. Хорошо. Да блин, да слушай. Все, давай, Дима, так просто по кругу. О, привет, Дима. Прыгать. Только, ну, почти. Ну, почти, да. Дима, пока... стой! Да отвали ты от меня, господи, что ты за человек такой? Я хочу, чтобы ты... А, Максим слился опять. Давайте сделаем так, чтобы Максим умер. Нет. Да. Нет. А я знаете, что понял? Что кто-то не возрождается, скорее всего. Ай, ну ладно. Такие люди есть. А кто? Ты. Я это за Дэном наблюдал. Дэн, да, не возрождается? Ну, да. Стой, Дима, стой, Дима. А ты говно собачье, зачем ты это делаешь? Я хочу, чтобы ты был первым. Нет, а я и так первый с конца, понимаешь? Я тебя догоняю. А, да? Нет, я... Так это нечестно, ты же нечестный путь выбрал. Какой? Ну, вот такой. Да не. Дима! Да я не хотел, ты же сам не делаешь так, и я тебе делаю так. Я открыл охоту на тебя. Все, кто видит Максима, мочите его. Нет. Ладно, шучу, дайте я его убью. Ай. Так. О, я видел только что Макса. Нет. Да, я тебе видел. Да тебе показалось. Блин, но они окружают. Никак не выбраться с этой ловушки. Это нечестно. О, Дима, привет. Это я. Я не буду стрелять сильно. Да, погнали. Любовенько. Ну так, чтобы такое 100 хп отнялось, не больше. Да блин, я целуюсь с ними. Не, ну это нечестно, я умираю больше всех. А чё так? Да когда ты ну все, это надо, не надо было стреляться перед записью. Реально. Он меня взял, подвинул, кто это делает? Это точно был не я. Дима, это беги! Они меня не убьют. Но ладно, забирай. Забирай свои слова назад. Там не, ну это жесткая серия на самом деле. Так страдать это, конечно, ну, сильно. Кстати, у меня бунки потом бывает снятся ночью. Ничего себе. И у них почему-то лицо Максима. Красивая? Не-не-не. Осьминога? Нет, реального человека. Стой, Дима. А как ты меня берешь? Вот скажи, как ты? Ребят, он летает за карты. Сто пудов. У меня гудмод. А ты считаешь это честно? Пан. Так, надо с Максима этот суперадминку снять. После записи мы тебе вернем. Нет, дружище. Я пошутил. Пошутил? Нет. Кончится ролик, я тебе верну назад. Теперь ты страдай. Хорошо, смотрите, сразу умер. Только я снял суперадминку, он сразу умер. Ты я до этого умирал. Нет, ты мало умирал. Раз. Так, у тебя сколько? 34 смерти. У меня 28. Тогда так. Нет, у тебя 48. Да блин, ну зачем ты накручиваешь мне смерти? Давайте не будем мои смерти считать. Ну, только ваши. Давай, знаешь, что сделаем? Давай сложим все смерти и к тебе приложим. А давайте вообще этот... А можно аннулировать как-то смерти через команду? Нет, обойдёшься. Нет. А я случайно это сделаю? А за случайно бьют отчаянно. Так, где Максим? Я хочу его убить. Да отстань меня, за мной Бунга бежит. Красиво. Вот это уклоны. Так. Блин, не получилось. Что ничего такого... Они еще такую музыку какую-то стрёмную, да, издают? Эмбиент жуткий. Да, страшно. Да блин. Чем громче музыка, тем они ближе. Надо очень концентрироваться на этом. Надо слушать. Да ё-моё. Все. Вот с этого момента, кто умрет, тот просто вообще, ну, рахит. Давай. Согласен, давай. Ну блин, да, стойте, давайте, да подождите, да я не успел, я же отчитать забыл время, да подождите. Да, вот нет. С этого момента, все, давайте. Да ну, под... Да это, блин, да я специально, чтобы смешно было. Да ладно, вот все, с этого момента, все, погнало. Вот после ОЛТВ еще никто не умер, все, погнало. Максим есть! Да конечно. А что ты был? Да конечно. А кто? Ты. Жопу нюхаешь цветы. Не говори так. Не говори так. Беги. Нет. Да блин. Ну это жестко, ребята. Это серия, где мы реально страдаем. Так, считаем голоса. Ой, считаем смерти. Максим? Подожди, а кто на первом месте? У нас получилось... Гусанёк, ты на первом месте. Да. На втором месте у нас ОЛТВ. А на третьем месте... Дэн.
Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.